Best Buy. Какой у них коврик новогодний. Сегодня здесь хоть есть какая-то активность, то обычно приедешь, уже людей-то мало в таких магазинах. Уже многие предпочитают онлайн все заказывать. А мы приехали с детьми посмотреть им эти подарки на Рождество. У Никиты день рождения в декабре. Может быть, что-нибудь выберут. Что уже все есть. Компьютеры есть, таблет есть, телефон есть. И, короче, не знаю, что они хотят. Все что-то хотят. Кейден тоже хочет там. Забыла, как называется. Что здесь? А, это то, что ты, Никит, хочешь, да? Это Алекса? Это не Алекса. А как? А, Hey Google? Я в этом не разбираюсь. Я-то тоже все бы хотела такое что-нибудь интересненькое, но не разбираюсь, как этим всем пользоваться, подключать там все эти Google, Alexa. Вот смотрите, какая. Хотела я оторвать Amazon Alexa. Ну и чё? Такой. А здесь есть такой? Камеры для дома. А, ночное видение. Так, мне нужны, кстати, наушники. Я ж потеряла наушники свои. Вот года два все я их сохраняла. Теряла, наверное, уже раз 20 все время находила. А в этот раз все не могу найти. И вот не знаю. Они такие, кстати, не дешевые, эти наушники. Так, ну придется покупать. А что делать без наушников? Вообще тяжело. Часы. Так, цены 350, 379, 200, 400. Короче, какие хочешь. Samsung. А я вот такими вот пользуюсь. Я люблю такие, потому что это как украшение, да, аксессуар. Мне вот такие нравятся. Надо еще какие-нибудь купить. У меня есть три пары часов. Еще надо какие-нибудь. Это Анна Кляйн. Такие белые. Этим уже, ну, много лет. Не знаю, лет 5-6. Они как новенькие. А это что? А, он как бы показывает. Вот эти, да? Тоже нет. Так в каску вы купили, что ли? Да, в каску нету их. Они, наверное, сейчас... Ну, я все обошла, посмотрела. Ну, можем проехаться. Ну, раньше они были, а в этом году я не знаю, не видела. Да? Ну, давай тогда проедемся. Хочешь? Или в следующий раз? Следующий надо узнать, что он хочет. Ну, что, с компьютер начал? Я говорю, компьютер есть, не хочу, говорит, а есть. Короче, он сам не знает, что хочет. Поэтому, ладно. Что детям уже тоже не хочется вот это покупать, кучу подарков ненужных, уже купить то, что они хотят. Потому что это все равно потом все не используется, отдается, выбрасывается. Телефоны. Так, это что? А, это iPhone 15 Pro Max. Это новый, наверное.
Так, сколько тут цена? $900. Это Pro, iPhone 15 Plus. $829. Так, наушники. А, это тоже Apple-овские. А где у них Samsung? Мне Samsung нужен. Что-то я не вижу. Так, iPad. 1329. И что, опять сюда вернулись, да? Это он новый. Видишь, смотри, это как таблет, но смотри. Ага. Все, это все спикер. А-а-а. И он говорит, ты с ним разговариваешь, он делает, если у тебя камеры. Ага. Google Nest вот эти. Ну, у нас вот их они, нет. Они подключены. Ага. Вот они. И сколько это стоит? Никита, вот эта цена или что это? 129 он стоит? 129. А, и поэтому такая цена? Уже savings, да? Да? А, да. На Black Friday. Ты 100 долларов сохраняешь, 100. А то потом будет дорогой. Ну, надо покупать, а что нам ждать? Уже у Никиты через месяц день рождения, даже меньше, чем да. Через месяц. Ну, давай. Да. Okay. Никита, ну-ка матери объясни, что ты там говорил, что это Google, а я тебе всю эту Алексу это хочу. Это Google Ассистент. Это... Как Alexa? Это одно тоже как Alexa, только для Google, а правильно, Никита? Да. С ней разговариваешь, музыку она включит, что ты хочешь. Да, да. Does it work with Google or no? It's weird. Это что? Apple, да? Так, вот это получается как колонка, да, которая звук ловит, и вот с мониторами. Ну, я вообще, короче, отстала, я вот это первый раз такое вижу. А это, смотри, с пультом. Камеры ты подключаешь. Ага, на улице, да? Да. Который смотришь, да, через это. Okay, get help in the kitchen. No clue what to cook. No problem. Научить еще готовить. А-а-а. Йога. Ага. Ну, короче, на нам, я думаю, много разных программ, да? Your smart home. It's easy to make your home smart with Echo Show 15. Умный дом. Для старых моделей. Да сделать что? Подключающие, как у нас там. Netflix. Alexa, show me the playroom. Показывает Playroom. Угу. Да, классно. Если во всем этом разбираешься. Уже оплачивать, да? Все, уже идем оплатить. Перепутали, это маленький. Ну тут тоже есть, да? Должен. Так, а вот какая-то, Илюш, смотри, это смарт-кружка, что ли? Да. Тоже к телефону что-то подключаешь, а температура. Ну, у меня есть это наподобие, которое стоит, тепло держит. А это еще как-то через телефон там, короче, это. Ну, прикольно. А цена какая у них, интересно. Еще и термос есть. Не только умная кружка, но и термос. Так, цену мы не нашли. А, не оказалось. Лучше сюда, да? Лучше да, да, лучше сюда. Ага. Не оказалось 27. Этого большого. 22-го будет. 22-го? Окей. Okay. Ага, как раз перед Thanksgiving.
так что придет сюда в магазин, потом приедем, заберем. Да? Так, ну-ка, Никита. Вот, у меня Galaxy были черные, да. Сейчас в Каско есть черные, вот эти сиреневые. Сколько они стоят? Ну, они дорогие. Galaxy Buds 100 долларов. А, ну тут получается дешевле, чем в Каско. А, Black Sail, ну да, 50 долларов ты сейчас сохраняешь. Да. Были 150. Это тоже на Black Friday? Black Friday Sale, да. Надо покупать, потому что в Каско да. Они вообще дорогие. Big Studio Pro. Yeah. Так, ну я хочу вот с этим сиреневым кейсом. Closest. Так, а если я их опять потеряю? А у тебя тоже, Илюш, такие, да, которые вставляются в уши? Вот эти классные. Вот эти не потеряешь уже, все. Есть еще классные, мы вот... Вообще не слышно вас, даже когда одеваешь без музыки. В одном магазине мы там были, там такие классные, знаете, сейчас наушники, которые в уши не вставляешь, они рядом с ухом, но так слышно в них, маленькие. Так, ну что делать-то, а? Что надо за эту неделю или купить, или это? Да, они быстро эти скидки убирают. Вот сегодня есть, потом через несколько дней придешь, уже не будет этих скидок. Что, Никита, слышишь там? Ой, Никита такой высокий стал. А, он нас не слышит, да? Я тебя вообще блокирую полностью. Да? Dangerous. 379. Вот эти 199. Yep. Longer charge. This one also has a slightly more powerful motor, meaning this one does about 15 miles an hour top speed. This one will get up to 20. 20. Okay. I've included a set of double A's here. So there's the battery. We'll go ahead and strap it back in. Okay. So you can see there's the double A's. Those extra parts for me. Yeah. This is the tool right here. So you need to do some adjustments or repairs. You've